перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, ребятки. И сегодня мы поиграем с желейным медведиком Валерой. Так, ребятки, наш Валера вернулся из отпуска, и наконец-то он, ребятки, попал к себе домой. Ну что же творится, ребятки? Он такой грязный, давайте его, наверное, с вами помоем для начала. Так, берем, вот выбираем. Я хочу специальное ветре мыло. Я хочу специальное мыло. Так, ну что, давай вот специальным мылом тебя натрем, вот так вот почешем. Только, пожалуйста, не в глаз. Не в глаз, хорошо. Так, ребятки, сейчас мы его натрем мылом, чтобы он был, ребятки, чистый. И искупанный весь. Только, пожалуйста, не в глаз. Нет, нет, только, нет, не в глаз. Так, ребятки, отличненько, здесь мы справились. Так, это что? Это, ребятки... Так, у нас там есть... Ага, ребятки, он мои хочет... любимые конфетки. Все, давайте пока игры закроем. Так, ребята, давайте конфетками Валерку на... Ребятки, накормим. Держи. Ой, как вкусно на вторую конфетку. Вместе, ребятки, с этими кушает, с... На тебя, ММДМ, сдержи. Ой, вместе. Можно подумать, что Валера все съест. Получай, получи. Ой, так, все пусто, ребята. Тарелки больше нечего давать ему. Так, а это что? Что это за игра? Это, ребятки, такая игра. Надо сбить у него с головы, надо попасть в цель. Яблоко. Ой. Ай. Мимо. Попал. О, ребятки, отлично, попал в яблоко. Ой, извини, Валерка попала в желейного Валерку, ребятки. И проткнул ему ухо нечаянно. Так, ну ничего. Попал. Ой. Попал. Ай. Тихо, чего ты пищишь? Я же не в тебя попадаю. Попал. Так, ура, я достиг второго уровня, ребятки. При доступе к второму уровню у нас так. Давайте еще... Ой-ой-ой, извини. Попали Валерке прямо в глаз. Попал. Так, ребятки, при доступе ко второму уровню у нас появились новые открывашки. Так, новые игры, ребята. О, посмотрите. Посмотрите, нам надо, где он вылезет, туда и бить, ребятки. И таким образом мы получаем 10 очков, 10 монеток, ребятки. Посмотрите, вау, классно. Сейчас еще джж, получи. 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 Вот так вот, ребята, по башке ему давайте настучим. Чтобы было прикольно. Так, я не понял. Так, у нас появилась группа. Да, это позже. Мы обязательно все посмотрим. Давайте постучим ему по голове. Где же он? Ага, вот он. Давайте еще разок. Так, ребяточки. Ну что, что мы будем делать? Давайте как-то его потихонечку будем, наверное, бить. Давайте быстрее, быстрее. О, ребятки, моя игра почти набирается. Да что ж такое, не могу никак попасть. Так, ребятки, есть еще спиннер, но спиннер, ребятки, мы откроем только с нового уровня. Ай, ребятки, не успел. Осталось еще совсем немножко, а я не успел так. Вот, отлично. Еще пару ударчиков, отлично. Еще один или два. Давай, отлично. Еще один. Ай, да что ж ты... Вот так вот, ребятки. Все, ребятки, отличненько. Так, ой, я хочу... Конфетки. Так, ребятки, в наличии нет конфет. Их можно купить в магазине за монеты. Перейти в магазин. Да, ребятки, погнали в магазин. Так, ребятки, что у нас есть? Мы покупаем, ребятки, давайте купим пару конфеток. Давайте купим мармеладную кока-колу. Ребята, мармеладных мишек, киндер-сюрприз. Ребятки, потом купим. Так, а это уровень 4, ребятки. Мы с вами обязательно вот это все купим и накормим нашего, ребятки, Валерку. Обязательно в следующий раз покупать надо все. Так, ребятки, давайте накормим Валерку и отправимся, наверное, поспим немножко, потому что он просит сна. Так, давайте ММДМСом его накормим. Вот этими сладостями, которые мы, ребятки, ему купили. Так, все, отличненько, пускай кушает. Молодец, съел. На-на, кушай, кушай, ой, Валерка. Думать, кушай. Валера все съест. Конечно, ой, Валера все съест. Мне нехорошо. Ага, все, Валера, ребятки, переел. Давайте немножко я теперь так ждал этого момента. Поспим. Я так ждал этого момента, он говорит, ребятки. Ну все, ребятки, пускай отдыхает.
Ура, ребятки, я достиг 3 уровня и получил 300 монет за старание. Валерка, очень понравилась тебе игра. Валерка, очень интересно, понравилась тебе эта игра. Так, пускай отдыхает, ребятки, Валерка набирается сил. А мы, ребятки, пока что подождем. А я вам хочу сказать, ребятки, если вы еще не подписались на мой канал, обязательно, ребятки, подпишитесь на мой канал, поставьте пальчик вверх и оставьте какой-нибудь комментарий. Также не забываем нажимать на колокольчик. Таким образом, вы будете, ребятки, видеть все мои новости самыми первыми. Так, ребятки, ну что ж, я, получается, поспал. Набрался много сил, ребятки. И я готов, ребятки, продолжать... А, это с 4 уровня. Я готов, ребятки, продолжать играть в игру дальше. Так, ну что, погнали. Где же ты вылезешь на этот раз? Ой. Вот здесь вот. Так, где еще ты вылезешь-то, а? Опа. Опа, получай. Получай еще. Да что ж такое, ребятки, не могу никак прицелиться к ним. Вот так по башке, на, круто, ребята. На еще получи, Валерка, ребятки, не сдается, потому что это Валерка довольно-таки крутой, ребятки, чувачок. Так, ну что ж, в игры мы наиграли, я что? Я хочу специальное медвежье мыло. Давай, специальное мыло, вот тебе специальное давай. Мыло, давай намылим тебя еще. Что, в глаза щипит, Валерка, на, еще получи мыло. Получи. Ну что ж, ребяточки, мы с вами Валерку помыли, давайте с вами теперь перейдем к трапезе, ребятки. Мы немножко уже проголодались, и сейчас будем, ребятки, опять кушать. Мои любимые конфетки. Так, на, желешку получи. Ой, чего-то мне нехорошо. Все, уже переел, что ли? Так, ребятки, ну что ж. Погнали дальше, ребятки, играть в нашу замечательную игрушку. Попытаемся попасть в яблоко. Ой, извини, Валерка, прямо в глаз попали Валерке. Ой, в ухо Валерке попали. Да что ж такое, а? Ой-ой-ой-ой. Да что ж такое? О, отлично, ребятки, попал. Попал. Отличненько, дорогие друзья, и мы с вами попадаем. И все отличненько у нас, круто. Так, давайте еще раз. Ой, извини, Валерка, прямо в глаз тебе попал. Так, Валера, медведь, желейный медвежонок. Ребятки, если вам эта игра нравится, подписываемся, ставим попал. Лайки и пишем комментарии, попал. И будем играть в нее еще. Попал. Ну, отлично, ребятки, мы уже довольно-таки много себе набили монет. И это, ребятки, просто круто. Просто не может не радовать нас. Так, ребята, в магазине что у нас есть? Давайте купим, ребятки, дрожже, купим, ребятки. Кока-колу давайте купим. Так, что у нас? Книжки есть. Так. Это, ребятки, будем открывать следующие уровни и будем покупать киндер-сюрприз. Только, ребятки, посмотрите, это не киндер-сюрприз, это какой-то понос-сюрприз, ребята. Вот это да. Написано киндер, а на киндере написано понос-сюрприз. Вот это, конечно, прикольно. Так, ребятки, ну ничего страшного в этом нет, ребяточки. Вау, ребята, давайте попадем. Хватит, да, ну ладно, хватит так. Я хватит. Хочу специальное медвежье мыло. Так, все, получай мыло, на мои тебе еще. Любимые конфетки. А где Кока-Кола? Мы ему покупали. А, вот. Ой, можно подумать, что Валера все съест. Ой, чего-то мне нехорошо. Все, переел? Ладненько, ну что ж, ребятки, отличненько! Этот эпизод, ребятки, подходит к концу. Мы сегодня с вами играли, ребятки, в желейного медведя Валеру.
Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и оставляйте какие-нибудь комментарии, ребятки, я буду ждать. И по возможности, ребятки, на них я буду отвечать. Также, ребята, хочу вас попросить, чтобы вы нажимали не только подписаться, но и на колокольчик. Таким образом, вы сможете смотреть мои видео самыми первыми, ребятки. Так что, ребятки, удачи! Вы были на канале Вечное Детство. С вами был, как всегда, Юра, ребята. Пока-пока!